нападающий питерской команды СПБГУ. Расскажи, после трех матчей, после этого турнира, как оцениваешь итоги? Все-таки не удалось набрать ни одного очка, но что-то положительное находишь в этом турнире? Положительно, конечно, получили опыт. Играли с тремя лидерами. От турнира ожидали, конечно, набрать очки, но не получилось. Сделаем выводы и будем готовиться к домашнему турниру. По ходу трех матчей у вас постоянно начинается получаться играть в первом тайме. Очень активно, очень опасно. Но затем куда-то пропадает реализация моментов, и концовку второго тайма особенно проваливается. С чем это связано? После первого тайма, наверное, просто не вышли во всех матчах. Начинаем нормально, вроде как, и момент создаем. А после когда пропускаем, уже у нас традиции такая, посыпались, все уже. Ничего не можем сделать. Как оцените игру вратаря? Ведь было очень несколько моментов, где он действительно вас выручил. Не, вратарь молодец. К нему вопросов никаких нет, он сыграл. Да. На следующий матч как себя настраиваете? Что планируете достичь? Какие цели? Конечно, хотелось бы только победы. Какие еще могут быть цели? Ну, говорю, будем из этого турнира сделаем выводы. На домашний турнир будем готовиться. Нужна только победа, брать очки. Спасибо, удачи.